В воскресенье 22 ноября во Дворце спорта «Атлет» состоится уже ставшее традиционным для апатитов массовое физкультурно-оздоровительное мероприятие «Скалолазание для всех». Поучаствовать в этом удивительном спортивном фестивале и даже побороться за награды приглашаются все желающие, независимо от пола и возраста. И не только из числа тех, кто уже пробовал себя в скалолазании, но и новички. Как всегда, готовится много трасс, и они разнообразны как по уровню сложности, так и по протяженности. Так что маршруты можно будет выбрать по своему желанию. Ну а в случае сомнений организаторы всегда подскажут и сориентируют. Все снаряжение и страховка предусмотрены. От участников требуется удобная обувь и одежда. Всех, кто решит попробовать в этот день свои силы на скалолазном стенде, ждут в подарок сладкие призы и стикеры. Время проведения мероприятия с 12 до 16 часов.